На этот раз было решено восстановить утраченные кусты сирени в трех местах бывших посадок. На аллее у Березовых ворот, в сквере на улице Леонова между улицами Карла Маркса и Чкалова, в сквере у памятника подводной лодки Живецкого, на Липовой аллее между улицей Григорина и Красноармейским проспектом. Проект «Сиреневая Гатчина» был написан и разработан по инициативе отдела культуры в рамках проекта ведомственных целевых программ. И вот его уже четвертый год возглавляет Разовина Лариса Александровна. Инвентарем, перчатками и посадочными материалами пришедшие были обеспечены. Самых стойких перевезли от первого места посадки к последующим на автобусе, из которого доносилась заводная музыка, способствующая плодотворному труду. Мы живем и трудимся не ради наград, а хотим, чтобы расцветала Россия и наш Гатчинград. Работа закончилась. Татьяна Ефимова огласила результаты традиционного конкурса «Сиреневая Гатчина». Количество желающих украсить любимый город увеличилось в течение 4 лет от 12 до 63. В номинациях «Лучшая клумба», «Двор как сад» и «Подарок Гатчине» выявлены победители, которых торжественно наградят на празднике, посвященном Дню города, 15 сентября. Немного уставшие, но счастливые труженики субботнего утра по окончании запустили в небо воздушные шары и помогли Гатчине снова стать сиреневой.